Привет, это канал Алексис Фокс, и мы сегодня опять едем купаться, да, опять несмотря на карантин, нам уже можно. Вот, едем сегодня на зону отдыха, на Ташморе находится. Вот, посмотрим, что будет там. Едем туда первый раз. Я вновь уединилась, так сказать. А там родители остались где-то там. Я вот пришла сюда, нашла здесь местечко тихонько. Его сейчас тоже сниму. Вот. Надо что-то говорить для влога. Я не знаю, что говорить. Но я наложу побольше музыки, побольше всяких красивых кадров. Надеюсь, будет хотя бы красиво. Я уснула там, лежала под звездами, луной и шумом водички. Уже 10 часов, а я обычно в это время спать ложусь, поэтому буду стелиться. Да. Что прошла убойная вообще, дым весь на меня, конечно, убойная подводная фотосессия, я чуть не померла, там, правда, она практически безрезультатная, вот, ну, я еще не того уровня модель, вот, там вроде какие-то фотографии прикольные есть, посмотрим, что из этого окажется в Инстаграме, но было интересно, да, я хотя бы нормально покупалась.
только вода ушла, представляете? Ну, я смотрю тоже вот по перилам. Когда вот март-апрель, получается, вот даже туда заходит, ну, вода, да, вовнутрь. Получается, этот клип вот даже свадьбу проводят, и там этот, жених, невеста, ну, красиво на фоне этот, море. Фотографируются, приезжают. То есть вот эти бетонные блоки, они тоже закрыты? Они, вот, по бетонные блоки, это все вода. Ага, ничего себе. Вот это вот все, этот, поэтому там вот сделали такую дорожку, как бы выход, а там... По-моему, надо что-то говорить. Бассейн, но сейчас очень тепло, потому что бассейн набрали только вчера, что-то как бы чистенький, приезду гостей, вот, но все равно хорошо. И вечерком лежишь вот здесь, на бетонных вот этих вот оградах, звездное небо над твоей головой, шум воды, бьющиеся вот эти вот камушки, и тишина, в смысле дети где-нибудь там со взрослыми. Хорошо, подальше так вот уйдет. Правда, здесь местечко, которое я себе выбрала, оно достаточно сильно продувается ветром. То есть, если пройти туда дальше, там уже не будет такого ветерка. Мне нравится. Идем смотреть болото. Вообще, как бы оно, как оно этот, когда же воды много получается, вот этот топчан, он тоже на воде стоит. Вот это все, это водой. Вот. Просто потом, когда они на поля вода уходит, вот помидоры, хлопок, млопок, и вот это вот получается как болото остается. Здесь мне однозначно нравится больше, чем на даче. В любом случае, как минимум, вблизи от Ташмори. Мне очень-очень-очень-очень нравится. Потому что дача, да, там как бы... Деревьев там, конечно, ну, практически так же зеленое, как мне это очень нравится. Но все равно так как меньше места, и вообще то, что нет именно открытого водоема. Я, кстати, сюда тоже окунулась, хоть не снимала. Вот. Конечно, сюда приезжать на Ташмори только, наверное, в июне, потому что ну, в начале июня воды здесь очень много в начале июня, а сейчас вот все, что я снимала, это очень сильно опустилась вода вниз, и ну просто как бы больше водорослей уже, как бы есть места почище, где люди еще купаются, но все равно в целом, да и сейчас как бы здесь купаться нельзя, потому что якобы нашли 9-метровых сомов, которые вообще там жрут людей только так, ну я не знаю, может просто чтобы люди больше дома сидели во время карантина и не ездили на Ташмори. Но в любом случае как-то все равно не так ухожено, как в обычные времена вне карантина и в начале лета, когда еще здесь много воды и вообще классно. Да. Нет, она развивается. Но не настолько.
он мне говорит, ну ладно, по-твоему поедем, сволочь, куда мне ехать, короче. Слава, хорошо, пока светофор загорелся, он мне включил, куда надо ехать.